Всем фриз-фриз, дорогие друзья, с вами как всегда я, Фриза. И сегодня мы поиграем на Рели Ворлд опять. В прошлом видео я выбил, или не выбил, короче. Ребята, для чего я выбил алмазный меч на старту и фул алмазку? Но я не помню, на записи это было или нет. Но смотрите, еще за записью мы сделали вот такой огород. Только мы его сделали вот таким вот. Чуть-чуть дальше камня. Похоже, это Фарус постарался. На всякий случай проверим. РГ инфо. Так, ребята. Не, только... Подождите. Только мы в этом регионе. Я не знаю, это похоже Фарус сделал. Ладно, я похавать хочу. Опа. Наконец-то можно морковку есть. Я думала, это уже не починят. Так. Ломаем всем морковкам лица. Так. Это, кстати, если что, уже четвертая часть. Так. Кстати, поставьте лайк за старание. Мы ведь целый огород построили вот такой вот за записи. Чтобы скучно не было на это смотреть, на видео. Ладно, похаваю, то хаваю хочу. Так, ладно, хаваю. Все, много морковки. Так, ладно. Так, ага. О, это реально Фарус хорош. Только зачем он? Что? Фарус? Ты чё творишь? Ребят, ссылку на канал Фаруса я оставлю в описании. Чё Фарус творит? А, кстати, я забыл, какие режимы нужно прописать. Старт. Всё. Ребят, случай, я играю без доната, и ник мой вы видите. Можете чекнуть его. Если чё, ник Фризер был занят, и поэтому мне пришлось вот так вот сделать. Так, ладно. Ой, щит не сюда. Так, стейки сюда. Это сюда. А, стоп. Вот. Фарус, походу, еще алмазный меч выбил. И железную кирку. Фарус хорош. Ребят, поставьте лайки под видео Фаруса сегодня. Если что, я записываю вечером, поэтому актива не так много. Ладно, пишем босс. Ага. И валим. А где этот алмазник ушел? Не, алмазника нету. Ну, блин. А кто босса завалил? А, вот, босс паукан был убит игроком карасик. Так, значит, я еще не видел команду вон. Пишем босс. Ничего, испугался, да, Финзи? Так, давайте, я уже готов его поговорить. Ладно. Нет, это не похоже. А
сколько у меня? Ага, убийств 66, а смертей 98. То есть у меня смертей примерно в полтора раза больше, чем убийств. Обидно. Ну ладно. Так, с Хоми. Этот Байер. Морковка. Нет, продавать не буду. Блейзики будут. Когда я смотрю, можно, когда я вижу, что можно продать булыгу, она уже полностью продана. Спасибо. Так, за стак тысячи, ой, полторы тысячи, нет. Так, Незерский нарост есть. Я хочу на спавн, на аукцион. Вы чё? Добыча 3. Мы же не Майнкрафт проходим. Или Майнкрафт. Или Майнкрафт, подождите. Я сейчас просто прикола не понимаю немножечко. Блин, песок душ никто не... А, стоп. Гений мысли просто. Опа. Так, слева идет набор King R. Что такое King R? King. А! Ясно. Как я понял, это значит короли Рилли Ворлда. А King RV, ну, короли Рилли Ворлда, это клан. Видите, да? King Рилли Ворлд. Так, ладно. Блин, где все тоже. Да. Ну ладно, я это хотел бы, я это просто кипну. Так, амогусы любят амогусов. Амогусы, крутобусы. Амогусы, в жопе бусы. Амогусы, мне нужны амогусы. Да, ладно, буду прыгать по их паркуру. С чем досками стр... Найс. Паркурим. Паркур. Новое движение. Под самовыражение. Так, славно. Так, ребята, я, короче, понял, во-первых, что мне нужна лопата, чтобы добыть песок душ. Во-вторых, эти топорики два можно выкинуть. И в-третьих, мне нужна хоть какая-то хавка. Вот 15 штучек, думаю, хватит. Все. Теперь можно отправляться в варп. Незер. Арк. Вот. То есть варп ад на английском, а варпа незер нету, понимаю. Ладно. Все, поехали искать.
Короче, ребят, найти не получилось этот, ну, песок душ. Зато получилось найти грибочки. Делаем мисочки. Потом делаем еще мисочки. И делаем тушеные грибы. Мисочки убираем сюда. Рагу убираем сюда. Вот и все. Почему морковка с первого раза не ест? Я не понимаю. Так, ну а теперь скупщик. Что? Вы че такие гоночные? Зато я теперь богатый. Ладно, алмазики у меня есть 5 штук, но я не рискну их продавать. Уж лучше золотую морковку продавать. Так, ладно, берем каменную кирочку. Тэпаемся на спавн. Пишем ах. Покупаем цветок хоруса. Нет, не куплю. Не куплю. А вот это мне надо, слушайте. Так, это я купил. Может еще это? Ну да, достаточно. Так. Сила 2. Сила 1. Ну, если деньги остались, то куплю. Да, остались, а еще мне больше нету. Так, ладно, тогда тэпаемся на хом. Надо будет потом Фаруста попросить вырыть яму специально для незерского нароста. Ну а я пошел на варп энд. И ладно. А, стоп, тут нельзя. Когда... Смотрите, ребят. Если ты выйдешь с... О, тут есть эндерняк. Офигеть, я думал, нету. Я думал, весь остров разобрали уже. Ладно. Думаю, 10 штучек будет нормально. Если что, еще сходим. Я уже 6 часов играю, офигеть. Так, ладно, тэпаемся на хом. Убираем... Где? А, вот. Убираем кирочку. Убираем эндерняк. Кстати, у меня есть 8 перлов. Беги. Ну ладно. Что там у меня с морковкой? Думаю, поставлю себя потом офкашить, чтобы морковка выросла. И буду продавать ее. Ну а пока что бомжуем. Так, сколько у меня пороха есть? А, понял. Ну... Бомжуем без пороха, получается. Да, порох у меня ноль. Ладно, тэпаемся на босса. Никого. А где мистер Каш? А. Короче, ясно, мистер Кадж, оранжевая армия. Хорошее название. Прям. Так, ладно. Ну, что делать-то на пустом серваче? Конечно же, писать вар ПВП. Чуть не помер от страха. Давай, пинаем! Пинай алмазника! Давай, пинай! Давай, попробуй. Пинаем алмазника, давай! Давай, на! Меня пнули. Все силы. Так, ладно. Где там мой бунт? Нашел. Так, степнемся на варп-ПВП. И даем леща этому алмазнику. Где он там? Вот он. И даем ему леща. Только он нас сейчас убьет.
Ну, нам на это пофиг. Так, ладно. Пишем вон. Пишем барбуха. Закрылся-то пофиг, да? Вот такие вот мы. На. Ай. Блин, он похавал. А чем он зельку силы выпил, когда на нас пошел? Мы что, такие мощные, что ли? А чё? Ты алмазник? Чел. А, ладно. Я помер, но зато его ударил три раз. Ай. Да, только с лука может. Ты только с лука и можешь. Ну, блин. Он меня с одного удара завалил только потому, что из лука. Дядя, я тут вообще-то. Я тоже так могу. Мы, походу, соревнуемся в танцах. Ну пофиг, поехали. ТПА Биндпул. Кстати, мне кажется, в следующем видео будем делать гриф ловушку. Ну это не точно. А, гриф ловушка, да. Ну ладно, что, бывает. Соглашусь. Все мы в каком-то смысле гриферы. Ну, кстати, ребят, я был близок к тому, чтобы его завалить. Он... А! Кейс с печеньками. Найси тоже не сними. 45, блин, я хотел бы 1000, чтобы ему выпало. Реально хочу, чтобы ему 1000 выпало. А ну-ка. Пожалуйста, 45 опять. Блин, чел, тебе не повезло. Так, ладно. Тэпай уже меня. Ну вот, уже отправил. Так, а чё? А, это герцог или рок? Так. Я не понимаю, почему он меня не тэпает? Ему не какой-нибудь там бомж. И... Подожди-ка. А зачем для битвы... Кирка! Я не буду драться киркой. Но меч, ладно, можно понять. И топор тоже можно понять. Но кирка-то для чего? Почему для битвы? Гений. Сомни, сохрани это. Далее он, походу, хочет немножко. Там не могущество, а вот это мне интересно. 199. Там дешевые 69 спешки. О, слушайте, это нормально. Прикольная штука. Это имба вообще, мне кажется. Ну, прикольная штука. Ну, не очень. Не очень, вот это круче, я считаю. Скорость. О, это нормально, слушайте. Это тоже нормально. А это... Ну, это самое то, чтобы не дать свалить какому-то человеку. Так, ладно. Да, блин. Ну ладно, пишем ТПА. Топ. Это реально
Unit. Да, реально. Really World Team. РВТ Really World Team. Ну ладно, кто пол тэпнуть? Биндпул почему-то не тэпает. Ой. Реально раздача. Вообще офигеть. Ребят, реально раздача. Офигенно. Офигеть. Офигеть, подожди-ка. А, блин, ну ладно. Блин, а я вот уж подумал, реально раздача. Ну, зато он судаки себе помал. Сломал, точнее. Я ему просто похлопаю. Он, конечно, остался с рисами, но я ему их поломал, потому что он не... Он, потому что он меня побил. Так. Когда босс заспавнится, я хочу там всех. Всем лица сломать. Биндпул бобр. Согласен. Так, ладно. Бобр. Так. Эх, никто не хочет. Я сейчас тебе напишу. ТП кого приютить. А, ой. Не то сделал. Ой. Данила! На! Ладно. Так, спишем. ТП кого приютить? Банан? Ну что яйцо призыва, поборника такие дорогие. А если я сейчас напишу клан шоп, я могу? А если клан написать? Да в смысле? Чтобы посмотреть клан шоп, нужно в клане состоять. Имба. О, кирка майнера, я только что видел ее. Эй, бобр, готов? Бобр, сейчас подойди. Бобр, привет! Бобр, привет! Гений, бобр, привет. Так. Не понял. Да, держи. Я что-то прикола не понял. Держи. Будешь отбиваться от бобров. Слышь. Читай на тебе. Ты будешь отбиваться от бобров. Как видимо, это пыль сразу бегает. Бэм! Ты куда бежишь, дядя? Ай-яй-яй-яй. Я сейчас со смеха помру, подождите. Так, степаемся на хоме. Взял и убежал. Реальный бобр. Так, ладно, берем железную кепку, тэпаемся на спавн. Так. Я хочу вот к этому телеку, а именно к шахтеру. Вот шахта как раз таки. А я сейчас думаю, что я ее не найду. Шахтер. Чего будет, если я уголек добуду? Да вы чё, я могу их забрать? Нет, нужны их именно продать. Ну ладно.
придется их продавать. Так. Ну, ладно, копаем изумруды, значит. Так, добыли. Я буду добывать только ценные ресурсы по типу золота, изумрудов и алмазов. Остальное добывать не собираюсь. Да алло, как это сделать? О, хорош! А, стоп, так я не смогу только вот так вот, но... Меня выкинет просто. А, стоп, Лика. Нет. Так, а алмазы-то где? А, вижу. Ну ладно, добываем тогда алмазики. Так. Все. Так, сколько я получи... Сколько я получу монеток? 42! Все. Так. Дизлайк. Шахтер. А, ой. Да мне все равно, что команда не найдена. Дизлайк, шахтер. Пофиг, что ты добудешь, он тебе за всю руду будет давать одну монету. Ладно, ребят. Сейчас вечер, поэтому никого в сети нету. Ну, как бы, извините, что я вечером снимаю, пожалуйста. Всем спасибо за просмотр. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Ну а с вами был я, Фризер. И завтра с Фарустом. Ну или не с Фарустом. Ну или не... Ну короче, завтра... Короче, мы с Фарустом потом, или я один, сделаем ферму этого тростника. О, какого тростника? Ферму этого, как твоего? Блин. Подождите, я забыл. Ферму хорусов, во-первых, мы сделаем. А во-вторых, мы сделаем ферму тростника. Ну да, тростника мы сделаем потом. Потом сделаем ферму нароста. И еще сделаем морковку. Кому продать шары? Чел Кринж. Он рофлит. Он продавать амогусов не будет. 19 костей. А, зеленый стойкость откуда? А, челика выпал, который... Да, бесполезность. Ну, здесь тоже золотые яблоки. Подождите. А, ладно, все. Мне показалось. Так, золотой яблочком. А, у нас нет. У нас даже морковки нет. Зато есть тушеные грибы. Ладно, ребят, всем спасибо за просмотр. Сзади это кажется, как будто бы это какой-то аксессуар. Если вот так вот, если вот так вот как-то посмотреть, это какой-то аксессуар. А если вот так вот посмотреть, то это фигня какая-то. Ладно, давайте Маврикову сейчас там учебу напишем. И все. Ливать будем. 5 минут. Что такое? Что надо делать? Что надо делать? Да. Нужно сначала написать, что надо делать, и только после этого нужно написать, что ты на работу. Оранжевая армия. Майри.
Смарти, понимаю. Угу, вижу. Пишем, да. Короче, ребят, для вас это будет одна секунда, ну ладно, секундочек 20-30, ну или 40 на крайняк. А для меня очень даже долго. Ребята, это был кибермув. Нет, ну работа долгая, она скучная. Поэтому я решила не идти на такую работу. Мне она не по душе. Потому что она долгая. Я взял и грохнул работодателя, или как это дело называется, который работает. Он в Алмазке, да, угадал? Ну, конечно же, как по-другому? Ну, конечно же, как по... Это топ! А топ писал? Носорог. А где носорог? Тут только... А, просто взял и вынес его. Ясно. Так. Я крутой вообще-то. А не какой-то плохой человек. Да в смысле? Я на боссе. Чил. Я крутой, а не плохой. Да подожди, дай напишу. Ля ты крыса. Да блин. Все. Мистер Мркач. Я крутой, неплохой человек. Так, подожди-ка. Сейчас я хочу тыкнуться к топу, мне интересно. Он примет мой запрос? ПП-7 топ. Да в смысле, вот. Пишем ТПА. Т. О. П. Все. Меня к топу должно тэпнуть. Ух ты, ладно, я видел его настоящий ник. Это чел какой-то рандомный. Хуба-буба. Понимаю. Еще хуба-буба меня там ждет, да? Так, ладно, гонимся за Хубой-Бубой. Что? Че?
Дядя, ты чего? Вы видели? Носорог не врет. Носорог не врет. Я только что этого читака видел. Видел на боссе. Ой. А, специальный Майнкрафт. Ой, да как? Как это работает? Ой, хватит меня пинать! Сейчас отпинают же. Спасибо. 0,4,25. У него 4. Хорош! Ой! Ой! Мне леща прописали мощного. Так. Да иди то. Мысли. Капец, а они, оказывается, не такие уж и крутые. О, ладно. Он не ПВК! Нет! Спидранный Майнкрафт! А, я сейчас умру! Ладно, надеюсь, он не увидел. Типа раздача аресы пропадут. Ну ладно, тыкаем все к толпу. Так. ПП 7 топ. Так, ладно. Я сейчас могу написать тогда просто ТПА. ПП 7 топ. Хуба-буба. ТПА. Маркаш. Если он до сих пор работает... А! Блин, меня спихнул. Ну, ладно. Подождем тогда пока. А потом я его скину. Вместе со мной. Давай. Да, алло. Я не понимаю, мистер Кач, мой запрос, что ли, принимать не хочет? А! Ладно, тогда ТПА Зуру сейчас будет. Так, давайте напишем ему по приколу. У меня сейчас, по идее, 50... Вот 7 только что было, 57. ТПА Зуро. Зака Зуро. Зура, принимай. Зура, принимай. Кого? Он реально мне сейчас алмаз подаст? Или он рофлит? Офигеть, алмазный топор на эффективность 3%. Он мне реально дает алмазку. Ребят.
А можно написать на репорт наоборот? Давайте ему сейчас напишем спасибо. Ты единственный не грифер на этом серваке. И пишем пока. И пишем хом. Все. Ребят, он лучший просто. Я не знаю. Ребят, ой, я надеялся на обман и топорик в руки взял. Когда он меня тэпнул, я его... Короче, этот чел лучший. Азура. Офигеть. Фулл алмазка. У нас уже две фулл алмазки. Три алмазных меча. Один на остроту. И один алмазный топор на эффективность 3 и прочность 1. Он лучший. Ладно, ребят. Всем спасибо за просмотр. А, давайте по приколу на босса сходим. Быстрее, пока не успели. А! Пинаем паукана! Да, пинаем. О, где бинтпул бобр? Где бинтпул бобр? Вот бинтпул бобр. Давай, давай рыбу! Рыба! Рыба! 9 рыбы моё. Опа, треска. Нет, он её себе забрал. А фугу себе забери. Да чё у меня нет? Да вот, у меня нет. Ну, ребят, сервер-то гриферский, так что, в принципе, тут можно забирать. Красть вещи — это тирогриферить. А сервер гриферский, понимаете? Тут можно гриферить. Можете заходить сюда. Так, ТПА. Ой, какой ТПА, босс просто. Не... Ай, ай, эти мелкие паучки всегда меня бесили. А я сейчас их еще немного сломал этого паукана. Давайте, алмазники, я вам помогаю. Давай, помогаю. Вы видели? Так, репорт тети Зина Арма, АКБ, Килаура. Может, у нее 4 еще, но я не заметила. Хорошо, вот так вот пусть висит. Ладно, ребят, всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Ну, а с вами был я, Фризер. И сегодня мы поиграли на Real World. Айпишка, вы видите ее. Так, айпишка на всякий случай все-таки оставлю в описании. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Всем покедова. Сейчас, подождите, посмотрим, что... А, ничего... Всю морковку купил. Так, ладно. А о, я хотел посмотреть, что в аукционе. Блин. Ладно, ребят. Сейчас немножко поафкашу и пойду новый видосик снимать. Всем покедова. Что, подождите. Все. Всем покедова. Теперь точно.